незаконное проникновение в бизнес-центр. Не, ну справа покруче. Чем слева? Да. Название скажешь без таблички? Тираннозавра, это... Я не помню. Это тираннозавр? Нет. Ну да, а это? А это я не помню. Ну ладно. Это трицератопс, я красава. Вспомнил. Я вспомнил. Хоть читать умеешь хорошо уже. Давай, давай, давай. Сильно и один раз. Давай. Не смогу играть. Это как, знаешь, как в фильме «Ночь в музее». Мы пробрались с Ренатом в офисный центр, где ни души, чтобы оценить виртуальную реальность в офисе. Ведь это так просто, когда у тебя есть... Moment by HP. Замечательно. Как лифтом пользоваться, знаешь? Здесь ты попадешь в кнопочку? А в какую? В третью. Замечательно. А если человек будет... Вот человек тебе будет ждать лифт. Давай девятый, чего ж. Вот. Типичный. Какой номер? Угадаешь? Не 307. А какой? 310. Со второго раза угадаешь? 312. Ну, угадайки, перестань угадать, да? Нет. А вот ты сейчас доугадываешься. 309. Ага. Непонятно что. Очевидно, 310. Опа. Что это у нас здесь? А я приблизительно. 317. Не открыть, постучись. Нам откроет Empire Theater Guy. Условным стуком. И скажет, почему я не открываю дверь своим пропуском. Потому что мне нужно заснять его лицо. А, ну естественно. Вот, я тоже подождался. Где этот великий ноутбук? Лучший в мире. Вон сидит, все. Сразу можно залезть в ноутбук. Че, красивый ноутбук? Нормальный. Ой-ой-ой. Так, теперь эти штуки нужно дать, да? Да. А какая из них левая, какая правая? Вот вопрос. Или он сам определит? Сам определит, да. Один неосторожный человек посмел оскорбить ГПМ Рената на Леоне. Ренат решил наказать хейтера. Да, напозарился, братишка. Не-не, сначала сфоткайся. Во. Так. Да, отвали, фашист. На печень лезь. Ренат, ты сумасшедший. Ау! Ау! Чё? Чё ждёшь? Опять? Опять? Короче. Блин. Давай. Хорошо! Поднимайся, треп! Че, кайфет? Размух. Да.